Шестой класс, 31 серия. Решение задач. Задача первая. Напишите общую формулу натуральных чисел, которые как при делении на 8, так и при делении на 10 дают в остатке 3. Так, формула чисел, которые при делении на 8 дают остаток 3. 8К плюс 3. К принимает значение натуральное и 0. А вот это формула чисел, которые при делении на 10 дают в остатке 3. М натуральное и 0. Общая формула. 40N плюс 3. N принимает значение натуральное и 0. Почему именно 40? Надо найти наименьшее общекратное чисел 8 и 10. Наименьшее общекратное 40. Значит, ответ – общая формула 40n плюс 3. Задача вторая. Цена билета в кино была 200 рублей. Когда цену понизили, количество посетителей увеличилось на 25%, а сбор не изменился. На сколько рублей понижена плата? Вопрос задачи обозначим за x. То есть была цена билета 200 рублей, а потом стало 200 минус x. Количество посетителей, которое было сначала, обозначим за y. А потом на 25% больше. Сбор не изменился. Значит, можно составить уравнение, решить это уравнение и ответить на вопрос задачи. Так, надо раскрыть скобки, упростить. Получается следующее. Можно разделить обе части на y, потому что y не равен нулю. Так. Ну, а теперь найти значение x. x равен 40. Ответ – на 40 рублей понижена плата. Задача третья. Отец раздал орехи шестерым сыновьям поровну. Четверо съели по 3 ореха, и у них осталось столько орехов, сколько дано двум другим. Сколько орехов раздал отец? Давайте за x обозначим число орехов, которые получил каждый из шестерых. Четверо съели по 3. Значит, у них осталось по x минус 3. А всего у них осталось столько, сколько у двух других. 2 умножить на x. Решаем это уравнение. Находим значение x. X равен 6. Значит, каждый получил по 6 орехов. А всего отец раздал 6x, потому что 6 сыновей. Значит, ответ задачи – 36 орехов. Задача четвертая. Племянник спросил дядю, сколько тому лет. Дядя ответил, если к четверти моих лет прибавить еще 25, то получится число, которое составит 3/4 моего возраста. Сколько лет дяде? За x обозначим возраст дяди. 1/4 умножить на x – это 1/4 лет. Прибавить 25, и получится 3/4 от возраста дяди. Так, давайте решим это уравнение, найдем значение x. 3/4 x минус 1/4 x – это 2/4 или 1/2. Значит, 1/2 от x – это 25. Значит, x равен 50. Дяде 50 лет. Задача пятая. Можно ли нарисовать фигуру, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя ни одну линию дважды? Так, фигура, граф. В графе
Некоторые вершины четные, а некоторые нечетные. Такая обрисовка, возможно, была бы в том случае, если в графе все вершины четные, то есть нечетных вершин нет вообще, или ровно две нечетные вершины. Вот в таком случае можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя ни одну линию дважды. Сколько же нечетных вершин в этом графе? Нечетная вершина, нечетная вершина, нечетная, больше двух нечетных вершин. Значит, обрисовка невозможна. Ответ – нельзя.